Детскую площадку установили, но не доделали. В редакцию телеканала «Алмазный край» обратились жители первого квартала города Мирного. Во дворе домов Ленина 2 и 4 не так давно появилась новая детская игровая зона. Но, по словам жителей, назвать ее безопасной нельзя. Подробности далее. Так выглядит обычная детская площадка у нас в городе. Маленькие исследователи с радостью проводят здесь время со своими родителями. Радуют глаз яркие игровые элементы – горки, качели, лавочки. Эта детская площадка расположилась на дворовой территории по улице Ленина и Амосова. Незавершенные конструкции, строительный мусор и разместившийся недалеко туалет. Такую картину каждый день видит житель многоквартирного дома, находящегося рядом. Качели, вот опоры, видите, поставлены уже. В конце года они уже была готова площадка. Качелей-то самих нет, опоры стоят, все ребятишки тут походят, вот на этом сооружении поиграют, только и всего. И это не единственная проблема. Радеющий за чистоту и удобство двора пенсионер предлагает разделить виадук перед площадкой и установить дополнительную лестницу у насыпи, по которой спускаются все местные жители. Также просит решить вопрос с освещением. И, конечно, убрать все ненужные конструкции и мусор. «Строймонтаж 2002 еще не закончило строительство 53-квартирного жилого дома. Как закончится строительство, она также, эта фирма должна сдать прилегающую территорию. И к этой территории относится эта данная площадка. Площадка детская игровая будет доведена до ума в летний период, все элементы будут поставлены. Мы рассмотрим вопрос освещения и в ближайшее время примем конструктивное решение, и, скорее всего, оно будет положительное». На следующий день мы приехали на место съемок снова. К нашему удивлению, все конструкции были демонтированы. Надеемся, что очень скоро здесь появится безопасная, чистая и радующая глаз детская игровая площадка. Мария Урцева, Тимур Шерижик, телеканал «Алмазный край».